Принцип действия узла отбора по жидкости. Флегма, охлаждаясь перед дефлегматором, стекает вниз, и частично верхние пары попадают вот в этот вот стаканчик. Ну и, соответственно, после того, как работа колонны на себя закончилась, там 20-30 минут, все фракции выстроились в нашей царге. И, соответственно, головы можно будет при помощи этого вентиля покапельно, аккуратно отобрать. Вот такая собрана конфигурация. В кубе 62 градуса, включая воду на дефлегматор. Ну, здесь пока у нас только комнатная температура. В кубе 79,1. У нашего отбора по жидкости 75,1. Наверху 22,5. Дефлегматор отлично срабатывает, охлаждает. Колонна работает на себе. Итак, колонна отработала полчаса на себя. 74,9. В кубе 79,8. Начинаю покапельно отбирать головы. Приоткрываю кран. Процесс на редкость простой. Открыли игольчатый клапан, и 2 капли в секунду с такой скоростью буду отбирать головы. У меня 20 литров спирта сырца с спиртуозностью 37%, соответственно, 8% я буду отбирать от абсолютного спирта, это будет 600 миллилитров. Но если 10%, то это будет 700. Значит, после 600 буду нюхать и буду смотреть, что получится. Время засек нашего отбора голов в 13:40. 2 минуты уже отбираю. Итак, отобрано 600 миллилитров голов. Теперь у нас запах спирта изумительный. И начинаю отбор тела. Соответственно, перекрываю дефлегматор и включаю охлаждение холодильника. И надо все слить из нашего узла отбора, пожертвовать немножко миллилитров, чтобы там ничего у нас не осталось, никакой бяки. На отбор голов у нас ушло 2 часа 10 минут. Закончен отбор голов 15:50. И такой лайфхак. Одновременно сливаем спирт из узла отбора по жидкости покапельно после отбора голов. Ну и, соответственно, через холодильник струйка идет. Здесь у нас все стабильно. 79,6. 75,7, 76,0. Этим я избегаю
возможный захлеб кого-нибудь.